Кёльне были? Нет. В Голландии сейчас открыли все, кафе на террасах можно. Как-то сейчас посвободнее. Ну, хотя бы... Говорю сейчас, когда у нас открыли хотя бы фитнес-зал, то люди хоть немножечко стали хоть чем-то другим заниматься. А вы как нервничаешь одним предложением. Не нравится, некрасиво. Что некрасиво? Что не нравится? Ты уже скажи. Эта прическа ужасна. Слушай, ты, Лидия, ты скажи, хорошо, как ты ходишь на фитнес? Значит, ты какая-то жирная, наверное, сидишь там по ту сторону экрана, не знаешь, что такое фитнес, что люди потеют, бывают, и даже с прямыми волосами жарко, прикинь. В Штутгарте ужасный паспортный контроль. Но меня на границе на машине пропускают. Я же говорила, что вернулась из России в Германии год назад. Так вот, я уже скучаю, привыкла, и там и думаю, что вернуться обратно. Стоит ли, думаешь? Ну, я в Россию буду переезжать, но сейчас еще пока тут. А я в Штутгарт по делам еду. Сиськи маленькие. Сиськи маленькие, губы маленькие, хвост, господи, что вы тут забыли? Идеальные вы мои. Ты сколько диски купила за 6 тысяч? Франков. У нее охуенные сиськи. Анна, ты сегодня мой адвокат здесь. Девочки поймут. Это реально, что ты, видимо, жирная, сидишь по ту сторону экрана и не знаешь, что такое фитнес. Но это реально. Знаешь, признание того, что это факт от тебя самой, это замечательно. Давайте похлопаем. Привет из Казахстана, приветики. Baby, you are in Switzerland. Yes. В смысле, как их понять? Вы что, решили меня довести до психушки? Что? Чего обвес М нельзя? Что такое обвес? Поддержка! Woo! Да! Yes, bitch! Where in Switzerland? Somewhere. Да, зависть. Да. Представляете, сидит какая-нибудь жирная баба в чипсах, такая вся шоколад у нее здесь, пятна от йогурта, и пишет, какой тебе страшный хвост. Обвес на тачку, я на русском это слово обвес не понимаю, это что? Просто посмотрела аккаунт Лиди, там девочка 10 лет. Ну или так, да. Ой, голова болит. Самое настоящее воспитанное красивое, спасибо. Можешь передать привет Полине Полковниковой. Привет, Полина Полковникова. Could I invite you for some drink? Thank you very much, but I don't need to go out. I'm very, 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 very busy. Тебя, да, я не пытался вернуть. О, подарили мне вчера штучку. Пытался меня вернуть, да и нет. Мы просто на дружеской ноте остались. Да, они периодически общаются. Чекаво там.
волосы в какой цвет крашу? Я вообще не крашу, я наращиваю просто светлые. Ой, блядь, что-то не приебались, нахуенно. Вы просто завидуете, хули вы пишете, хейт, если завидуете, что она идеальна, то зависит, это плохо у нее, охуенный косы. Ой, спасибо. Спасибо! Спасибо большое! I live in Zurich, very good. Пожалуйста, не задавайте мне про этого человека ничего. Я ничего не буду отвечать, комментировать. Не было и нет, все, это вообще... Все. Все мы косячим, косяк просто и все. Она идеальная, какой мотор у нее, не знаю. О. Как вам песня? Будет больней, по-другому никак. Снова нервы, нервы, слезы, нервы. Я так скоро сойду с ума. Песня называется «За ЗОЖ», по-моему, я ее слышала где-то. Я отмечу эту дату красным цветом. По-моему. Что цена тебе и кровь? Ты сам все поймешь и останешься хорошим. Больше я тебя... С Майей лично нет, только когда на островах была. Даже брови не красить, хоть не прикиньте, они как отросли у меня. Ты крутая, брат из Сочи. Привет! Хочу в Сочи навестить Яночку. Приветики. Прищал у меня тут. Смотришь, дом 2 нет. София, вы дружите? Да, общаюсь. Какая температура сейчас за бортом? 8. У нас дождь, да. У тебя красивые глаза, спасибо. Как тебе песня Маруф и Киркорова «Божественная»? Я была на Маруф концерте в Турции. И получилось так, что нам бесплатно еще дали випку с напитками там совсем. Мы прям вот около нее были. И у них такие были зажигательные танцы, они поливали потом всех водой, мы были такие мокрые. И там эта песня, я Маруф обожаю. Приезжай, будем рады такую красотку в Сочи, спасибо. Ау! Ау, ау, ау! Ну, ребят, ну на проекте определенный образ у всех. Я тоже кому-то не нравлюсь. И сейчас, может быть, мне пишут, ты на проекте мне не нравилась, сейчас нравишься. Или наоборот. На проекте ты была хорошая, сейчас ты говно. У всех разные мнения. Пока! Привет, пока! Как-то так. Такая красивая, без мейка. Я сегодня чуть губы подвела, но они уже смылись. Вот. Как-то так. Вот и потрещали. Стаж водительский. Сейчас скажу, 18 лет сдала. 7 лет. Хочется спать, хочу. Мне кажется, ты тут и там одинаково. Ну, я реально никогда никого не играла. Никакую картинку не собиралась делать. Я в тебя напихала. Ладно, ребят, тут уже напихатели пришли, поэтому я пошла кушать и, может быть, даже сделаю себе сон час, мне что-то спать будет. Как-то так. Так, а еще знаете, что бывают такие люди,
они пишут мне в директ, прямо обсирают меня. Я иногда даже хейтерам отвечаю. Прям мне тут одна писала, Яра обсирала меня по самой не хочу, реально прямо. Я пишу, в чем проблема, отпишись. Мариночка, я тебя обожаю, я просто наблюдаю. Что, бич? Короче, тут уже какие-то извращенцы пришли, поэтому ротик рабочий у тебя. Иди заработай себе на страницу, чтобы не с фейка заходить. Поработай чуть-чуть, малыш. Спасибо, точно увидела меня, заметила. Вот сука. Старикан чокнутый. Ну все, целую вас. Пока-пока, ребят. Всем хорошей субботки. Не бухайте за здоровый образ жизни. Не пейте, не курите. Знаете что? И не стрессуйте, потому что весь наш вес и то, как мы выглядим, все зависит от нас самих. Когда мы стрессуем, мы заедаем это все. Это факт. Я прочитала одну книгу по психосоматике, где четко сказано все, все наши проблемы, которые происходят. Мы просто потом, у нас стресс, и мы жрем. То есть нужно всегда получать какие-то позитивные эмоции. Можно выплескивать негативные, но стараться делать это не в, в манере питания. Что за книга, блин? Какая-то женщина написала «Психосоматика лишнего веса», что ли? Очень интересная книга, всем советую. Все. А я после трения, а кто на стрессе худеет? Да! Я тоже на стрессе один раз так похудела. Мама, не горюй. Дело уже в том, что когда у нас есть какие-то мысли, мы раздумываем, начинаем жрать. Вот. И я когда сейчас начала читать эту книгу, не могу... Книга приучает вас любить вас даже с какими-то изъянами. Понятное дело, что я люблю себя такая, какая есть. Да, я не накрашена. Я люблю себя такой, какая я есть, но из-за там гормонального сбоя и так далее, я, ну, как-то не воспринимала, то есть я любила помучить тело диетами. А здесь написано, что голова и тело должны работать вместе, одно целое. Я даже это не воспринимала раньше. Вот. Я, наоборот, не ем, так как давно перенесла стресс и понимаю, что я 2 дня не ела. Смотрите, проблема в том, что потом получается йо-йо эффект. Я один раз бросила до 50 килограмм на стрессе. Я могла вообще не есть. Я даже воду не пила. Все, напишите мне в директ. Все, я ушла.